Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией, мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Hit Cash. Вчера я зашла в проект новый. Значит, в этом видео хочу показать, как ставить свою рекламку. Я не стала накапливать, сколько там, 1400 или 1600 баб монет. Я закинула минимум здесь $2, зашла на минимальную сумму и прикупила вот баб монет. И у меня на данный момент первая группа из 14. И вот здесь, если мы опустимся в самый низ, написано, мне за $2 начислили АД кредитов 500 и баннер кредитов 1000. Здесь все написано. Можно увидеть. Давайте запустим рекламку. Значит, AdWords нажимаем. И что у нас здесь? Paid click. У меня 500 кредитов. Нажимаем вот сюда. Сюда вставляем название проекта, который мы хотим рекламировать. Сюда мы вставляем партнерскую ссылочку. Я подготовила все. Партнерская ссылочка. У меня 500 кредитов. Ставлю 500. Значит, здесь мы выбираем страны. Я выбираю все страны. Как видим, здесь очень много стран. Видите, все страны я выбрала. Сюда ставим галочку. Отправляем send. Проверяем здесь. Так, давайте я переведу на русский еще раз. Что здесь у нас? Ставим опять оригинал. Так, отправляю send. Так. Опять перевожу, читаю, продолжить. Далее нажимаю на синюю вкладочку. Так. Все. Давайте-ка я вернусь в аккаунт и посмотрю, списались ли у меня кредиты мои. Нет, не списались. Что-то я, возможно, не так сделала. Так, нажимаю обратно. Вот видите, сейчас страничка загрузится. Так, поэтому клик. Видите, здесь ничего не отобрал. А, подождите, вот мой. Так. Ваше объявление проверяется и будет одобрено в ближайшее время. После одобрения, значит, все правильно я сделала. Вот. Так, теперь у меня 1000 баннеров. Баннер АД. Я выбрала, вот видите, здесь кликаем. Клик АД, баннер АД. Я выбрала баннер теперь у меня. Также запускаем рекламу баннерную. Теперь сюда вставляем опять. Нет, вот так. Сюда мы вставляем название. Сюда мы вставляем реферальную ссылочку. А сюда баннер URL. Здесь не написан конкретно какой баннер, но я так понимаю, значит, то возможно, что любой. Так, баннер. Вот у меня баннер. 468/60. И сюда я вставлю баннер. Так. Опять ставим сюда галочку. Так, название, реферальная ссылочка, баннер. Нажимаем send. Продолжить. Так,
Ну и все. Просто на этом. Объявление, кредиты, просмотры, клики, действия, удалить, выделить. Так, учетная. Так. Запись. Так, баннерная реклама. И такая реклама. Это на рассмотрении. Ну, все. После того, когда мою рекламку проверят, у меня кредиты спишутся и пойдет, запустится моя реклама. Таким вот образом рекламить свои проекты. Ну, в данный момент у меня 30 центов на балансе. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Как я сказала вчера, можно начинать без вложений. Когда мы накопим определенное количество бат-монет, появляются, мы переходим в первый уровень, и появляются денежные ссылочки по 12 центов в день будем зарабатывать. Буду продолжать мониторить этот проект, буду делиться с вами своими результатами, естественно, проверять на вывод. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. До новых встреч!